Теремок ТВ представляет. Марин и его друзья. Подводные истории. Морских глубинок день настает. Весь озорной и забавный Марин живет. Он к друзьям плывет опять, что до вечера весело с ними играть. Нет дружней ребят, нет для них преград. Никогда не бывает. Океан хранит столько тайн, нам предстоит их узнать. Ну так чего же мы ждем? Вперед! Давайте начинать! Нас приключения ждут под водой, и вместе справимся мы с любой бедой. Но к вечеру мы домой вернемся спать, чтобы завтра с друзьями продолжить. Аквавиль в опасности. Часть первая. Эй, вы! У вас ничего не выйдет! Вы в этом так уверены? Шеф, нашел! Так вот у кого она. Нет! Марин, ты молодец! Я так рада, что ты выиграл конкурс по рисованию! Спасибо, Виви! Я тебе так завидую! Новая игра «Морской город» — отличный приз! Чему тут удивляться? Он же нарисовал портрет золотой морской звезды! Да, вот бы когда-нибудь снова ее увидеть! Марин, поздравляю! Давай я тебя сфотографирую на память о твоей победе! Правда? Спасибо тебе! Я хочу сфотографироваться с Марином! И я! Тогда я тоже! Так, готовы улыбочку! Раз, два, три! Марина, я и не знал, что ты так хорошо рисуешь. Молодец! Да, сынок, молодец. Поздравляю. Кстати, пап, а когда дедушка приедет? Так не терпится показать ему газету. Думаю, скоро. Обычно он приезжает как раз в это время года. Правда? Ура! Значит, я ему покажу газету. Вы только не выбрасывайте. Хорошо, не будем. Кстати, Марин, сегодня мы с папой хотим сводить Руби на городской праздник. Городской праздник? Да, нас пригласили. Ты ведь тут один без нас справишься, правда? Да, не волнуйтесь. Поиграю с друзьями, а потом сделаю домашнее задание. Наш Марин совсем взрослый. Ух ты, здорово! Неужели тебе правда это подарили? Ага, самая последняя версия. Как интересно, давайте играть. Виви, Гого еще не пришел. Виви, Лоджик прав, надо подождать Гого. Но я так хочу поиграть. Ребята, привет. Папа ушел на городской праздник и дал мне столько поручений. Пришлось задержаться. Гого, да все в порядке, мы же никуда не торопимся. Кстати, Марин, твой дедушка сейчас у вас дома? Нет, он еще не приехал. Правда? Очень странно, потому что я уверен, что видел его воздушный шар. Дедушкин воздушный шар? Но где? Там, в городском парке. Правда? Значит, он приехал пораньше. Надо скорее плыть к нему. Марин, подожди! Это и правда воздушный шар моего дедушки. Дедушка! Марин, не так быстро! Дедушка! Дедушка! Это еще кто? Привет, ты, наверное, Марин? Добрый день. Да, таким я тебя и представлял. Ты, наверное, отличник? Ну, вообще-то не совсем. Марин, подожди! Марин, подожди! А это еще кто? Да я и сам не знаю. А вы кто? Да, я старый друг твоего дедушки. Вы друг дедушки? Марин, ты его не знаешь? Нет, впервые вижу. Вот как?
Ты обо мне, может, и не знаешь, зато я о тебе наслышан. Смотри, твой дедушка мне много рассказывал о том, какой ты замечательный. Значит, это правда! Ведь у него есть наша с дедушкой фотография. Но этот факт, что у меня есть эта фотография, еще ничего не значит. Точно. Не стоит просто так доверять кому-то незнакомому. Марин, у тебя очень умные друзья. Да, я очень умный. А эта юная леди просто красавица. Ух ты! Он назвал меня юной леди! Кстати, у меня есть коралловые леденцы. Хотите? Коралловые леденцы? Конечно, хотим! Вот, держите. Го-го, правда, они вкусные? Да, у моего папы в магазине таких нет. Вкуснятина! Рад, что вам понравилось. Спасибо. Но где же все же мой дедушка? А? Он там на шаре. Дедушка? А он не приехал. Нет? Почему? Дело в том, что твой дедушка заболел. А? Дедушке плохо? Что случилось? У него очень редкое заболевание, и помочь ему может только модель золотой звезды. О, нет! Дедушка болен! Марин! Вы говорите, нужна модель золотой звезды? У меня есть, я ее принесу! Серьезно? Да! Ждите здесь, я быстро! Марин, давай скорее! Марин и друзья! Корки, отойди, я очень тороплюсь. Корки, ты чего? Я же сказал, я тороплюсь. Прекрати, отдай мне звезду. Извини. Так вот она какая, золотая звезда. Ну, а что мы теперь будем делать? Твой дедушка сказал, что мы должны использовать эту модель, чтобы найти живую золотую звезду, а затем попросить ее вылечить дедушку, но... Что? Я совершенно не представляю, где и как найти живую звезду. Не волнуйтесь, я знаю, как это сделать. Ты это серьезно? Да, должно получиться. Золотая звезда, это я, Марин. Я хочу тебя попросить. Мой любимый дедушка очень болен, и ему необходима твоя помощь. Так что, пожалуйста, помоги ему. Что он такое делает? Готово! Теперь мы встретим золотую звезду! Правда? Ты уверен? Да! Только надо плыть в коралловый лес! Скорее! Марин, подожди! Сэр, поплыли с нами! Ладно. Где, интересно, они собираются ее искать? Смотрите! Ты ее нашел? Звезда здесь? Это же спиральные кораллы! Ой, он неисправим. Видимо, с помощью модели можно как-то определить, где находится золотая морская звезда. Марин, по-моему, золотой звезды здесь нет. Да, ее здесь нет. И я хочу есть. Марин, может, нам где-нибудь еще поискать? Нет, золотая звезда должна быть где-то поблизости. Марин! Милая звездочка, пожалуйста, покажись. Мне нужна твоя помощь. Я хочу тебя попросить, чтобы ты спасла дедушку. Пожалуйста, приходи! Что это? Марин, твоя модель светится! Это значит, что золотая звезда вот-вот появится! Неужели правда появится? Вон она! Вон она! Ух ты! Появилась! Настоящая золотая звездочка! Привет, золотая звездочка! Я хотел тебя попросить! А ну, с дороги! Коралловые воры! Что же нам делать? Вкуснотища! Хватит есть! Хватай звезду! Больно!
Ты в порядке? Чего стоишь? Хватай! Иди ко мне, золотая звездочка. Я тебе дам конфетку. Руки прочь! Звездочка, спасайся! Нет! Они злодеи! Опасные! Скорее, уплывайте! Спасайтесь! Отличная работа, шеф! Что? Шеф? Ну, маленькие друзья, как нам вас отблагодарить? А? Что происходит? Сам как думаешь, наш шеф вас обманул, а вы поверили, дурачки? Так значит, вы вовсе не друг дедушки! Вот еще, зачем нашему шефу дружить с каким-то упрямым стариком? Что же нам делать? Стойте! А где же тогда мой дедушка? Мальчик мой, меня об этом лучше не спрашивай, потому что я тебе не отвечу. Где мой дедушка? Что вы с ним сделали? Пока, голубцы! Увидимся! Что происходит? Я ничего не вижу! Это дымовая шашка! Не могу поверить! Стойте! Погодите! Нет! Нет! Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал» «Всемирная сеть». Как же ловко, посмотри, мы надуваем пузыри. Это развлечение мы любим, любим. Так проводим день за днем в океане голубом. Весело с друзьями мы танцуем и поем. Спешим домой.